Осматривая обломки Боинга 737, следователи ищут черный ящик. Они пытаются выяснить причину крушения. Лайнер авиакомпании Air India Express во время приземления ушел с посадочной полосы. Ее длина в аэропорту Мангалора достаточно для самолетов такого типа, но промах при посадке может быть роковым. Таковым он стал для 158 человек, погибших в авиакатастрофе. Теперь специалисты пытаются выяснить, была ли возможность предотвратить несчастье и что нужно было сделать, чтобы избежать таких жертв. Случайные свидетели оказали помощь восьмерым выжившим в катастрофе. Они считают, что выживших могло быть больше. Если бы у властей аэропорта имелись вертолеты, тогда можно было бы спасти больше людей. Пожарные машины долго добирались до места катастрофы. Это также осложнило проблему. В отчете Международной организации гражданской авиации за 2006 год Индия включена в черный список стран с наихудшим техническим образованием сотрудников. Министр авиации Индии побывал на месте крушения самолета. Он сказал, что чувствует личную ответственность за случившееся. Технические характеристики посадочной полосы, авиалиния и скорость ветра были в порядке. Однако несправедливо обвинять пилотов или какие-то технические помехи до того, как следствие сделает выводы. Чиновники надеются найти причину авиакатастрофы, самой крупной в Индии за последние 10 лет.